Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Нашел трехкомнатную квартиру 2 плюс 1 в центре Махмутлара, недалеко от моря. Вот я отсюда вижу море за этими зданиями. Где-то расстояние отсюда до моря максимум 205 метров. Тут улица Барбаросса. Тут у нас сеть магазинов LC в Айкике, Burger King. В той стороне 150 метров впереди башня часов Махмутлара, банкомат, ресторан, вся инфраструктура в шаговой доступности. В этой стороне у нас Мадам Коко, здесь два Эмигра впереди. Расстояние до моря 205 метров максимум. Хороший пляж также здесь, песочный, но внутри по-любому плита в воде. Открытый бассейн, территория большая, открытая парковка. Сторона здесь юго-западная. Вот, два балкона. Это у нас первый балкон. Квартира продается пустой. Так. Это у нас гостиная комната. Вот. Большая гостиная комната с отдельной кухней. Это все уберут, дадут пустой. Останется вот эта мебель, кроме бытовой техники. Так, кондиционер тоже уберут. Требуется ремонт. Здесь большой, видите, коридор. Тут первый санузел, но этим санузлом не пользуется. Тут все, унитаз также есть. Тут они освободят. Вот огромный коридор, прихожая в той стороне. Это у нас первая спальня. Так. Вот такая спальня. Где-то здесь 12-13 квадратных метров как минимум. Потому что просторно. Видите, да, проход есть. Также может быть 14 квадратных метров, просто лазерный, извините, я забыл. Здесь у нас второй балкон. Тоже смотрит юго-западную сторону. Вот море там. Это юго-запад, это запад. А вот эта сторона уже северо-запад, а тот конец это север. Ага. Так, теперь покажу я вам с этой стороны тоже коридор. Второй санузел. Видите, он большой, не маленький. Есть вытяжка проточного водонагревателя фирмы Arzum. И у нас тут вторая спальня. Тоже где-то 12 квадратных метров как минимум. Потому что просторная. Эта сторона тоже западная. Вот. Итак, дорогие зрители, я сейчас спускаюсь вниз, покажу вам улицу, двор и здание. Цена этой квартиры 90 200 евро. Ну, сами понимаете. Минимальный торг там 200 евро, 90 тысяч крайняя цена. Сразу говорю, не торгуйтесь, не люблю торговаться. Что есть, сразу говорю. Все, не закрываем ролик, ставим лайки, комментируем. И звоним на номер плюс 90 555 064 91 10. Квартира находится на среднем этаже этого проекта. Здесь вот у нас такой лифт, вместимо 4 человека. Вот, спускаемся вниз. Так, дорогие зрители, спустился я вниз. Вот такой фасад здания у нас. Открытая парковка. Бассейн, беседка где-то должна быть здесь. Но здесь была беседка, кажется, убрали. Посмотрим, что есть с этой стороны. Ага, и тут садик. Вот. Квартира находится на среднем этаже этого проекта.
Так, как так делаем? Так, дорогие зрители, если вас интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, заранее мне пишите, звоните, решите вопрос с деньгами, потому что деньги будут, квартира найдется, деньги не будет. Там редко какой хозяин ждет подачи заявки, там занимает там, неделя, 10 дней, 3 дня, 5 дней, у кого как. Сейчас проблематично стало, в банках счета долго, очень надо ждать. Ну, всячески находим ходы. Пишите, звоните по номеру. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечный Алания, район Махмутлар. Пока-пока.